Жить стало дороже. Товары и услуги Мурманской области за прошедший период 2014 года прибавили в цене. Из продовольствия дешевеют только куриные яйца. Однако падение цены на этот вид продуктов почти незаметно на фоне подорожания мяса и рыбы. Высчитывать индекс потребительских цен, как оказывается, дело непростое. В Заполярье мониторинг изменения стоимости товаров и услуг проводят по показаниям трех населенных пунктов – Мурманска, Североморска и Апатитов. В расчет берут цены почти в 900 организациях. Работникам Мурманстата приходится анализировать 125 продовольственных и 255 непродовольственных товаров и более сотни услуг. Согласно последней информации, к концу сентября стоимость потребительской корзины выросла. В частности, на 22% увеличилась цена мяса, на 14% – молочных продуктов. Еще на 15% подорожала рыба. Индекс потребительских цен на непродовольственные товары тоже вырос, правда, в основном за счет табачной продукции. Она подорожала за прошедший период 2014 года почти на 27%. Кроме того, на 5% выросли цены на медицинские услуги и примерно на 3% подорожали услуги ЖКХ. Общий прирост тарифов на услуги сложился во многом за счет жилищно-коммунальных услуг, услуг в сфере зарубежного туризма и бытовых услуг. Наиболее значительно с начала года подорожали санитарно-оздоровительные услуги на 22,4%, услуги страхования на 19,5% и услуги в сфере зарубежного туризма на 11,9%.